Да как же изучать примитивное сознание, если оно так быстро бегает? Хлипкий ясень. Тебе, наверное, так больно сейчас. Спасибо за заботу, уже не больно. Дружище ясень, что ж за судьба такая, пострадать от копыт безалаберного вандала? Почему вандала? Мое исследование потребовало неких усилий. Ну, это хлипкое дерево не выдержало моего интеллектуального веса. Простите его, лосяш не ведает, что творит. Один из ваших сородичей стал жертвой его весомости. Доверчивый мой, вы серьезно разговариваете с деревьями? Кто занимается огородом, поймет. К деревьям нужно прислушиваться, говорить с ними. О, рябинка устала. А черешня говорит, что ежели ее прям теперь не полить, то урожая не будет. И что вам говорит дуб? С дубом мы обсуждаем серьезные политические проблемы. Есть еще вопросы? Вообще-то да. Я изучаю мир примитивных существ. Нужно ваше мнение. А я чего? Примитивный? У меня вечер уже занят. Неотложные дела. С дубом. Тук-тук-тук. Есть кто дома? Уважаемое дерево. Сам ты дерево. Так с деревьями не общаются. Это тебе не бутер их хряпать. Надо ж настроиться. Такие у нас примитивные традиции. И что, это правда работает? Без шуток? Мой дед проводил для меня этот обряд. Он поможет тебе услышать деревья. Доверься своим эмоциям. У меня смешанные эмоции, и они не совсем положительные. Многоуважаемый ветвистый друг, не могли бы вы мне ответить? И поговорить со мной на равных. И поговорить со мной на равных. Как дерево с деревом. Как дерево с... Вы надо мной подшутили? Да, вот я дубина. Как я мог повестись на такое? И я... Точно-точно! Оставьте ваши шутки при себе, Копатыч. Какие уж тут шутки? Все жалуешься. Что? Неправда. Поднялось. Учитывая, что трактовка правды субъективна, сложно судить, что истина, а что нет. Простите, это вы мне? Ну не с лягушками же говорить о таких серьезных вещах. Действительно. Только отказавшись от всех амбиций, отпустив все суетное и эгоистичное, можно познать суть мироздания. Гениально! А над чем вы сейчас работаете? Недавно за тем оврагом созрел трюфель. Пойдем с коллегами займемся им. Да. Я о вашей научной деятельности. Ага, ну, я изучаю лосей. Невероятно! Ах, какая удача! Я смело могу утверждать, что рога, как антенны, отлично проводят сигнал, позволяя слышать голоса деревьев и не только. Но я не слышу голоса деревьев. Деревья слишком развитые существа, и с кем попало, не общаются. О, ужас! Я недавно сломал дерево. Какое? Ясень. О, и что ж ты хотел после этого? Простите меня, я был неправ. Я больше не буду опасен. Я буду хорошим лосем. Обещаю. Бабочка, бабочка, бабочка моя. Бабочка, бабочка, бабочка моя. Бабочка моя.
меня сегодня удивительно удачный день. Вот тот куст смородины по секрету разболтал, что наша гусеница должна на днях воспарить. Я так рад, что почти не завидую. Ёлки-иголки. О, не вспоминайте, такой стыд. Я был таким примитивным. Вообще, что может быть лучше, чем вот так пошелестеть с другом? Я ведь, согласитесь, в каком-то смысле тоже пень. Видать, он чутка сильнее навернулся, чем я думал. Ничего-ничего, вылечим, и не с таким справлялись. Да. У лося сегодня явно непростой день. Кыш, кыш. Решающий момент. И фотографии. Ха, правда? Вот. Мои. Тебе не кажется, что это не совсем одно и то же? Das ist fantastisch. Но я фотографировал тебя. Я помню, помню. Но это жизнерадостное существо уже не я. Мне даже кажется, что между нами нет ничего общего. Ты не знаешь, чему он так безответственно радуется? К сожалению, нет. О чем он думал? Неизвестно. Удивительно. А ведь, возможно... Если я постараюсь, то вспомню хоть некоторые его мысли. Нет. Судя по его глупой улыбочке, у него в голове было пусто. Ты же был с ним знаком. Конечно. Расскажи мне о нем. А то сам я его плохо помню. Веселый, хороший, бегал за бабочкой, высоко прыгал. То есть не совсем отрицательный персонаж? Нет-нет, что ты, очень положительный. Это радует. Ты же знаешь, мы постоянно меняемся. И очень важно помнить, что ты был... положительным персонажем. Это фотопленка. Очень старая. Этого баража я не знаю совсем. Но мне кажется, что он был очень положительным персонажем. Да, не знаю почему... Но мне тоже так кажется. Ты помнишь, что он думал? Нет,
Но кое-что помню, что он делал. Например, как-то тайно проник в кладовку со сладким и так объелся вареньем, что уснул прямо на банках, где и был схвачен с поличным. Однажды так играл в ванной в кораблике, что бабушка проснулась по колено в воде. И, учась ездить на велосипеде, тормозил исключительно в прохожих. А это новый бараш. Серьезно? Тебе не кажется, что это не совсем одно и то же? Конечно, этого бараша уже нет. Но перед тем, как уйти, он передавал тебе большой привет. Странно. По его мрачной физиономии не скажешь, что он способен на приветы. Расскажи мне о нем. Философ, много думал. Да? И что, вот этот замогильный угрюмец был положительным персонажем? Конечно! Чуть-чуть повыше. Да, вот так, чуть-чуть к свету. Крупный план. Еще-еще. Голова. Снимаю. Ёжик, и больше никогда не говори мне слово «зима». Слушать не желаю. Можно подумать, если я не буду о ней говорить, так она не наступит. Между прочим, мои знакомые островитяне из Полинезии именно так и думают. Чтобы погода не портилась, они не говорят вслух слова «дождь» или «ветер». А вместо этого говорят, например, «тра-та-та». Это называется табу. Интересная технология. Надо попробовать. Снег идет, 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 а на речке мерзнет лед. Больше ни слова. Что значит ни слова? Как я, по-вашему, должен стихи писать? Без слов? Без лишних слов. Про всякие нехорошие вещи. Вот ты, например, хочешь вечное лето. Там цветочки, яблочки. Ну, хочу. Вот и забудь, как называется всякое не лето. Если что-то не называть, его и не будет. Табу, понимаешь? Только чур соблюдать. Табу. Табу, табу. Тра-та-та-та. Бу-бу-бу-бу. Красота. Копатыч, ты что делаешь? Ну так готовься, а не летом, а телегу узел. Забудь это слово, Копатыч. Нету его больше. Как это так? Зима есть, а слова нету? Не будет слова, не будет и этого самого. Табу. Ну что же мы будем делать, когда настанет... Крутота! Ты, Савунья, как хочешь, а мы с ёжиком будем купаться и загорать!
Ну все, порядок. Вечное лето нам обеспечено. Фу. Может, кто-нибудь нарушает? Как хотите, ребята. Мне в зимнюю спячку пора. Копатыч, ты это брось. Какая тратата спячка? Лето ж на дворе. Копатыч! Бесполезно. Это спячка. Тра-та-та. Не понимаю, как он может спать, когда на дворе лето? Ёлки-иголки, где же это было? А может, у Савуньи лыжи остались? Мы же все закопали, забыл? И лыжи, и санки, и коньки, и валенки. Хоть бы лопату оставили на всякий случай. Какой, однако, глубокий тра-та-та этим летом. Карыч, елки-иголки, какой тра-та-та? Снег по уши. Хорош, выбирай выражение. А какой смысл их выбирать? Не работает наша табу, Карыч. Зима. Ой. Сосульки. Ай, холодрыга. Карыч, ты вспомни, может, ты не рассказал нам чего-то важного, без чего табу не работает. Может, надо было какие-то заклинания прочитать или сплясать шаманский танец, как твои островитяне делали? Островитяне... Как-то так. А, впрочем, я разве не сказал? У островитян табу тоже ни разу не сработало. Опа! Ёжик, ну ты что, играть не умеешь? Ху-ху! Опа! Алюша, my pleasure, Алюша. Ты только послушай! В мировом океане содержится 2,5 триллиона триллионов или 2,5 септиллиона капель. Подумать только, септиллион триллионов или сколько там? Ёжик, ну сколько ты там еще копаться будешь? Да-да. Бараш, ты не помнишь? 2,5 триллиона триллионов или 2,5 септиллиона. Спасибо, ёжик. А откуда ты знаешь? Просто услышал и повторил. У меня память такая странная, что раз услышу, потом не забуду. Правда? Но это же очень удобно. Я вот даже свое расписание не могу запомнить. Все время прошу Бараша. Ой, Бараш! Я же просила тебя напомнить про мои процедуры. Ёжик, ты правда все запоминаешь? Ну да, сам не знаю, как это получается. Кварпанадакумадамапаратирапок. Кварпанадакумадамапаратирапок. Правильно? Не помню. Ёжик, ты мне нужен. Эй, алло, а мне не нужен, что ли? Боюсь, у нас проблемы, коллега. Однозначно. Ёжик, я забыла, сколько оборотов в педали в минуту оптимально? 80. Опа! Ой,
около 96. Я ему все скажу. Не забудь, завтра в 3. Не забуду. Ёжик, да ты уже просто ходячим ежедневником сделался. Ничего, мне не трудно. Посмотрите на него, а? Ему не трудно. Ну, кипятись, бараш. Просто вы мне завидуете, потому что у меня хорошая память и потому что Нюша со мной дружит. Угомонись ты. Ёжик, да мы же не о тебе беспокоимся, а о Нюше. Ты ей вредишь. Объясни. Она же с тобой совсем разучится что-нибудь помнить своими мозгами. А тупеет на всем готовеньком-то. Чем же мне ей помочь? Ты прикинься, что все забыл. Пускай она сама все вспоминает. Ёжик, я что-то забыла. А до какой консистенции нужно месить тесто? Ёжик! Ой, нет, не помню. Извини, Нюша, я же... Ёжик! Да что с тобой сегодня? Элементарные вещи забываешь! Не обращай внимания, Нюша. С ёжиком такое бывает. Хоп, помнит, а потом вдруг как забудет. И все, ничего не помнит да больше. Да что ты говоришь? Это же очень опасно. Я же так могу всю свою информацию потерять. Я бы на твоем месте не пользовался таким ненадежным носителем, как ёжик. Ждешь? Ты ей без твоей чудо-памяти не нужен. Да нет, не может быть. Мы же друзья. Вот увидишь. Нюша, помнишь, мы собирались... Представляешь, ёжик, совсем забыла. Давай в другой раз, а? О, свинка, забывчивость. Вот твое второе имя. Ничего. Зато теперь Нюша начнет тренировать собственную память и научится все помнить без меня. Сама. Ух ты! Бараш, ты что, нефть нашел? Зачем тебе столько? Это чернила. Нюша хочет, чтобы я все важное записывал на бумаге. Не забыть, чтобы... Ничего себе! Это же экспу... Это же экспу... Ну, это! Когда кого-то используют! Ёжик, ну как это называется? Эй, ты чего?
Светлячок? Да, представляешь, все светлячки летают, светят, а этот сидит себе тихо и слабо мерцает. Вот жду, когда он рассветится и полетит вместе с остальными. Я тоже сегодня с утра какой-то тусклый. И луна сегодня какая-то бледная. Моя луна сегодня не лучше. У тебя есть своя луна? Ну да. Хочешь, покажу? У тебя есть какой-нибудь тазик? Смотри. Да, а вот мой дом. У тебя в кувшине будет теперь мой дом. И твой светлячок. А это ему не навредит? Он и здесь-то еле светит. Нет, не навредит. В моем кувшине есть все, что ему нужно. И деревья, и луна, и ночное небо со звездами. Все-все-все. Пойду к большой сосне. Она очень красивая при лунном свете. Пусть и такая будет в моем кувшинчике. Каждый светлячок когда-нибудь перестает светить. По крайней мере, на этом свете. Он что, потух навсегда? Увы. Сидишь? Какое сегодня спокойное море. Мое море сегодня не хуже. Бараш, а мой светлячок, ну тот, который в твоем кувшине, твой, мой светлячок, он еще там? Он еще светит? Конечно, все, что попадает в мой кувшин, остается там навсегда. Его там нет. Не говори ерунду. Он там. У меня в кувшинчике солнце, море, горы, лес, целый мир. И ты в этом огромном мире хочешь сразу разглядеть маленького светлячка. Тем более там сейчас солнце. Ты думаешь? Я уверен. Зачем тебе все рецепты сразу? Хочу сделать машина, которая будет вкусно готовить. О-хо-хо, тебя что, моя стряпня не устраивает? О, очень устраивает, но прогресс не остановим. Скоро еду будет готовить только машина. Как? Что же буду делать я?
как думаешь, Карыч, у Пина получится эта его машина? Ни в коем случае, дорогая Савунья. По части кулинарии никакая машина с тобой не сравнится. Можешь быть уверена. Митте, это есть скатерть самобранка. Уникальный модель кухонный комбайн, который готовит без повара. Ага, я знала, что так и будет. Но это не есть возможно. Все делается точно по рецепту. Дружище, мало просто следовать рецепту. Нервная система повара – это тонкий самонастраивающийся организм. Он учитывает сразу множество факторов, накапливает опыт и делает творческие выводы. Я понимаю! Моей машине нужен тюнинг! Я должен научить ее учиться! Щепотка! Сколько в точности есть грамм? Откуда я знаю? Мне известно. А что есть жменька? Это зависит. Зависит. Почему эта травка не годится? Она в тенечке растет, а для аромата нужно солнышко. Солнышко. О май год, почему сегодня иначе? Сегодня пасмурная погода. Значит, соды надо добавить больше, а сахара меньше. Но почему? Мне так показалось. Показалось. Я и говорю, мне так показалось. Компрессия. Я закончил тюнинг. Моя машина. И что теперь? Предлагаю делать тест тюнинга. Все по-честному. Савунья и скатерть будут готовить борщ. Пускай борщ. Ага. Если Карыч не отличает один борщ от другой, значит... Значит, я больше не повар. Очень нужно. Не дурно. Совсем не дурно. О, божественно! Узнаю руку мастера. Савунья, ты неподражаема. Ничего не поделаешь, дружище. Твоя скатерть-самобранка пока еще требует доработки. Я должен думать. Да, старина, подумай пока. Ух, кажется, на сей раз нам удалось отразить натиск технического прогресса.
Да нет никакого прогресса и быть не может. Ты ведь сразу отличил, где готовила я, а где эта скатерть-самозванка? По правде сказать, это только потому, дорогая Савунья, что твоя стряпня была чуточку пересолена.